Сегодня среда, 4 июля 2018 года. Встречали Владимира Голендухина. Это там где-то с Урала, Екатеринбурга, кажется, с ребятишками. Вот, приехали маленькие дети, девушка большая и он. Ну, наши поехали встречать на нашей газели, Андрей Устинов. И вдруг звонишь, дорога, что-то там полетел водяной насос. Не знаем еще. Дороги у нас нигде не было, 130 тысяч километров позади. Я вот поехал, они приехали, ребятишек привезли, их встретил Алексей на своей машине. А я выскочил тут на дорогу и поехал охранять машину. Вот в лагу вижу скотина, кто там гонит, говорят, это Устинова. Ну кто, Анфиса, наверное, вот она стоит. Скотина по лагу гонит. Это лага тут. Выехал на бугор и сразу увидал, наша машина стоит. Красавица, я называю белая лебедушка, а кому-то колымага. Ну вот, поехал Андрей за своей машиной. Там у них такая же машина, но как-то по-другому. Там тент натянут. А это вот рядом пруд, который хотели почистить, не получилось. Запросили за прочистку миллион. Ну, явно дело, что нереально. Ни миллионов никто не знает. Тут и таких денег не держали в руках. Это вот Камогориха. Называем лагерный пруд. Тут все. Это дальше видно деревни. Как в деревне интересно жить. Ну, все тут твое. Вот между этими, видать, храм. Не знаю, видно, нет. А там он где-то, видать, Алексеев домик должно быть. Вот красная крыша. А это рядом бывший детский лагерь. 62 дерева. Видите, как оазис. И вот придумал там этот прокурор, что надо убрать. Вместе деревни рядом находятся. И теперь не я передал собственность деревни. Там музей сделали. Музей необыкновенный. Ничего там показывать. Только для бедных лагерей. Остальным тут делать нечего там. А то будут ехать там полупьяные. Никто не будет ехать. Кто-то узнает. А зарегистрировать нужно. Это мирового масштаба лагерь. Вот он, все стены. Вот это самые качели. Вот она где. И тут где-то видно было даже около этих шалаш. Шалаш не видать. Вот и деревья, как все в деревьях. Березы, тополь, ветла. Вот машина наша тут была оставлена, не могли поднять, что-то водяной насос не, у нее не заработал. Встретили Алексея на своей, до сих довез, а дальше не смог поднять, потому что поднимать эта дорога высоко. Поехали за своей машиной, но я пошел охранять пока. Сейчас я скажу ему, чтобы мог вывозить. Можешь гнать туда, гони туда, гони. Вот подошел и дальше не идет. А можно гнать. Я теперь вот подошел, велосипед свой убираю. Вот так. Давайте, коровушки, идите туда на пастбище. Дорога открыта. Это, видать, Анфиса, правильно сказали. О, уронит велосипед.
Еще одна подошла. Ну, руководители. Ну что, буренушки, давайте. Давайте, давайте. Вон. Уходи, уходи, а то уронишь велосипед. Доброе утро. Добрый день, давай. О, осталась одна. Ож какая. Ну-ка отойди. О, молодцы. Не уронили. А я тут обнаружил, весной прорыв был. Мы должны сегодня приехать тогда заделать. Я на машине-то ездил, не видел. Она подняла вода выше, там, где у нас, ну, пониже оказалось. И начала уже промывать дорогу. Но они там камни накидали, видать, задержали. Ну, отец поехал за своей машиной. Что-то у нашей насос полетел там, водяной, что ли. Гостей привезли. Сейчас будут подъезжать каждый день к крещению. Ну, давайте потихоньку. Охота напить, все коровы лезут. Вон она подходит. Как я не хочу, страшно не хочу, чтобы одни девчонки пасли. Крайне опасно. Ну, посылает, не знаю почему, не Исааки. Пошли. А Исааки-то где? Дома. А почему не он пасет, а ты? Моя очередь. Опасно, еще раз, тысячу раз повторяю, это опасно. Одна в поле девчонка, ну, то ли смысла лишены, то ли что. Я все время, каждый год кричу об этом. Вот они пошли, как хорошо. Ну, пошла, ногу сломает тут. Куда лезет? Сама не знает. Кши! 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 Надоело жить, лезешь. Давайте. Давай, 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 давай. Да они могут и там переходить, вон там. Лучше там гнать их. Да? Да, пониже. А то тут между камнями полезет, нога застрянет и сразу ногу отломит. Это не такая умная скотина-то. О, полезала перекладину. Видишь, как идти-то неудобно. О, прям в воду тут и наложила. А маленько там правее возьмем, где дамба идет, а они там пройдут свободно. Даже если застрянет, вылезет. А тут очень опасно. Благослови тебя, Господи. Видишь, как у нас под цвет флага покрашены перила. Здесь точно так же. Повторяю, флаг российский, это божественный флаг, говорящий о всем. О жизни, о стремлении, о суде Божьем. Вот они, машина идет. Позавтракали, видать.
плохо. Ключи, главное, на дороге бросили. Ключи-то еще не подобрали. Тут-то весной чуть не прорвало, я сейчас камнями закладывал, мы сегодня приедем. Забутить надо. Вода поднялась выше и через дорогу чуть не пошла. Прям видно, что метр на два прошла. Ну да. Напор сейчас спал, видать, то, что закрыли там. Ну. Вон Анфиса пасет. Я говорю, а где Исааки дома? До того я трясусь за этих девчонок. Сколько лет кричу, чтобы одних не посылали. Вот вытягивать будут. Все. Не могла-то вытащить ее здесь. Тяжеловато. Так. Ну, 30 тысяч километров по этой газели. Прошла по заграницам. Всю Европу, считай, прошла. Ну, считай, вытащил. За ними я потянусь сейчас. Встречали гостей Галиндухина с детьми. Не доехали до туда, встретили. Но все-таки Алексей на своей машине встретил. Вот так. Ну, а это что? Показать еще раз деревенскую жизнь. Это вот озерко сегодня надо будет тут заложить.